Всем привет! Половина лета позади, а мы либо тонем в лужах, либо ходим в свитерах. И погода в ближайшие выходные точно не изменится. В субботу весь день будет идти дождь. Днем столбик термометра покажет плюс 21 градус, ночью плюс 14. В воскресенье днем ожидается облачность, может пойти дождь. Днем столбик термометра покажет плюс 21 градус, ночью все те же плюс 14. Ищите сотрудников в свой штат? Начните поиск с сайта «Блокнот Воронеж». Размещайте свои объявления в разделе «Работа». Его увидят тысячи жителей нашего города на сайте и в Telegram. Условия размещения можно уточнить у нашего менеджера прямо сейчас. Телефон в описании.